Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Тени Мордора. У нас тут задание освободить рабов. Дорогой друг, здравствуй. Что-то там много народу как-то собралось. 52 фута. Куда, вверх надо лезть? 33 фута. Воу, на самый верх надо лезть. Упавшие. Этих рабов наказывают за то, что они упали от усталости. Избавьте их от мучителей. Скрытно убить улков. Хорошо, что я бессмертен. Ну, я имею в виду, в таких прыжках. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Второй он заметил, что-то испугался. Не-не-не-не-не, никому не говори об этом. Не знаю, насколько важно выполнять эти доп-задачи. Умри, говорит, червь. Ну, там с арбалетом чувак бегал. Арбалетчик, арбалетчик. Там еще один вдалеке. Кстати, вот рапт. Куда вот он побежал? Все хорошо. Все просто прекрасно. Моли меня о прощении, он говорит. Да, они запарили сюда ходить. Ладно, задача выполнена. Сюда иди. Ну ладно, можно и так. Просто ребята сыпятся, как горох. Иди сюда, жирный. Боятся, боятся. Хорошо, что тут не надо оказаться замеченным, чтобы провалить задание. Спокойненько пошел, вырубил одного, второго, третьего, там сверху арбалетчик. Так, нижнего в последний момент. А,
Еще один. Где-то еще. А вот. На самом деле это правильно, что они такие нерасторопные, достаточно туповатые. Это логично совершенно. Они такими и должны быть. Военная машина урков приводится в движение руками этих рабов. Так, вендетта какая-то доступна. Что за вендетта? Фризи погиб. Отомстите за него, убив урка. Кшакнетик. Чем больше заданий по спасению изгоев вы завершите, тем с большей готовностью изгои будут снабжать вас сведениями о капитанах сражаться против своих поработителей. Ну, вот что такое? Вот задание закончилось, и они все появились. Несерьезно же. Там блюет кто-то. Мне бы ускориться. Кстати, тут недалеко рабы. Где этот друг? Вон. Он еще один. Прикуси язык, теперь доступен. За рабом побежал, гад. Так. Ой, какой ты туповатый, а. Тебя под носом, считай. Оп. Что-то там их много. Еще неудачно как-то залез. Голова с плеч. Мой меч, голова с плеч. Я тебя убью сначала. О! Кто это? Крим-поносник. Поносник. Да не того. Вечно. Блин. Ах ты, зараза. Отличная казнь. Поносник. Так, кто-то по мне там стреляет. Нехороший человек. Так, ладно, идите нафиг, у меня тут вендетта. О, бежит за рабом, смотрите. Перехват! Так, сначала лучника надо вырубить. Или это он и есть? А я думал, лучник-убийца.
Вендетта. Я даже не знаю, кто такой Фиксик. Ну и где он? Блин, завершить еще надо как можно быстрее. Где он может быть? О, кстати, желтый гриб. Желтый гриб. Так. Новые испытания. Красные и синие. Я не вижу его нигде. Вот он. Боязнь хулов, боязнь огня. Лучше бить боевым добиванием. Давай. Фризи. Я не знаю, кто ты такой, Фризи, но... Я буду мстить. У него какое-то ядовитое оружие, по-моему. Что у тебя с голосом, дружок? Дрянь такая. Давай. Ножом. Кали его, кали, суку. Отлично. Просто заколол ножичком. Ребят, вам не надоело? Вы же все по очереди отхватите. Блин, какой кайф рубить орков. Вот просто благодать одна. И они никак не угомонятся вообще. Ах ты, сучонок. Да как он в меня попал? Тебе мне сведения не нужны. Кто-то там что-то учуял в этот момент. Угу. О, два чувака тут проходили мимо. Сигнальный огонь. При убийстве со взрывом раз... Что? Нормально.
Бля, просто убийства просто такие. И чем дальше, тем страшнее. Рабы такие бегут мимо. Лежать, сынок. Так, не то нажал. Оружие рунное доступно. При убийстве градом ударов восстанавливает 7% здоровья. Защита 1 атак. По-моему, нормально. Так, у лука ничего не надо. Полностью восстанавливается. Так, и вот еще одна. При убийстве со взрывом головы восстанавливаются 2 физических выстрела. Ой, нафиг надо. Истощение клинка. 16 здоровья, 20 здоровья. Я оставлю критический удар. Так, улучшение. Что-то тут все закрыто пока. У вас не хватает силы. Угу. Так, пока ХП прокачаю. На меч руну еще поставлю. Что там ребята хотят? Нехорошие. А, не за этим погнали, за рабом. Слезь ты. Главное, я замахнулся на одного, а второй прикрылся. Так, вот здесь что-то есть. Воу. За рабами бежит. Ой-ой-ой. Наблюдаем сверху. Сейчас, возможно, будет стычка. Нет? Надо его раздразнить немножечко. Давайте, ребятки, за мной, за мной. Ля-л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 я. Теперь бежать отсюда. А, он отсюда не выходит. Да ну тебя нафиг. Я-то думал. Так, нужное растение где-то рядом. Хотя нет, 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 смотрите, выходит. Во! Прекрасный выбор, орки. Самая тупая смерть. Чё, в меня-то? Вот козел. Воу-воу-воу, сейчас прилетит сюда. Ладно. Но они, кстати, с ним драться пошли. Я, говорит, убью тебя, Грау. Не, пошел. Ну тупые. Ладно. Что у нас по заданиям по карте? Так, вот новое задание. Страйвит пир. Нападите на пирующих, ослабьте армию Саурона. Что-то новое. Подозрительный попутчик. Да тебе всякие не хочу проходить. Нафиг надо. Так, а что за меч вот это такое? Рейд по тылам.
Создайте легенду. Так, еще тут башенку надо открыть. Ну, видимо, сюда. Игра очень затягивает. Прям. Так, заодно сейчас рабов освободим. Обучение задания Вендетты. Задание Вендетты позволяет отомстить за смерть. Ну ладно, если уже отомстил. Разок есть. А чё они меня боятся? Вон он там. Ну. We're free! Ребята, блин. Очередная какая-то вендетта доступна. Блин, где он там ходит? Неужели я до него не допрыгну? А, вон он где ходит. Да куда ты полез? Я на... Ты, ёб твою мать. Простите за мой французский. Так, ладно. Виндет. Прям, блин. Джонни Валка. Не, ребят, вы что-то так дохнете, что... Урюк. Он какой-то... Урюк. Так, здесь лучник, который меня немножечко напрягает. Кстати, там красная трава была внизу. Чё же я? Чё же я не подобрал-то? Где-то здесь один стоит прям. Прям вообще рядом где-то. Дерись, трус. А, кстати, у меня от тебя бы информация понадобилась. Какой страшненький. Так, еще одно тут. Освобождение братства. Блин, я когда-нибудь до этой, до миссии дойду, до нормальной. Может, этим потом позаниматься? Что-то я кругами бегаю. Вот задание. Так, а здесь где-то рабы. На мосту, что ли? Да кто меня убил? А, это задание, понятно, ладно.
Так, уроки пируют в честь великих подвигов, а также для того, чтобы посостязаться в пяти Грога. Если не помешать устроителю пира, его сила возрастет. Нападите на пирующих, ослабьте армию Саурона. It's time for the feast, boys! Meat and grog for all! Вообще не на того прыгнул. Какой он огромный, просто пипец. Не в ту сторону. Тваря. Не... Да какое отступление? Готов. Бежал. Унизили. Что произошло? И чё? Не бежал. Это ошибочка. Никто никуда не бежал. Все на месте. О, что там было? Да что ж такое, не та кнопка опять. Вероятность полностью восстановить здоровье, когда счетчик серии 30-55%. Давайте. А вон, кстати, синее растение внизу. Ты можешь спрыгнуть просто? Молодец. Сейчас выполним это задание. Я думаю, на этом можно закончить серию. Так, мы тут побегали хорошо. Так, вот тут унижает раба опять. По-моему, раб готов унижаться сам по себе. О, кстати, башня. Да? Или нет? За сломанные инструменты этих рабов пытают несколько дней. Убейте уроков-охранников, освободите пленных. 125 чего-то там. Убить уруков с краю. С какого краю? Моя хата с краю, ничего не знаю. Можно вот так вот. Ты дрянь. А почему его нельзя? Вот, вот этого. Понятно. Дай-ка я подтянусь, дружок. Да, вот теперь... Теперь поговорим. Лети, блин. Птичка. Вот это комбо мне очень нравится с духом. Отличная комбо просто. Лети, друг. Ты больше не нужен.
убивать тоже не нужно. Так, убить урков с краю. Легко сказать, не хотят они быть с краю. Так, а это где-то наверху, ладно. Где он? Еще выше? А, во. I thought I heard something. Ладно, минус этот дружок. Crush him! Crush, kill, destroy! Отлично. Блин, вообще просто. Ну, что ж ты не бьешь-то? Вот это когда... Иногда у него такая задумочка непонятная. Вроде как... А он... Ладно, пусть бежит. Он вроде как оглушен, противник. И по идее подходишь и жмешь... Собственно, добить, но он не добивает. Это для меня загадка. Вон и сколько там притаилось, ребят. О, здесь трупик лежит. Где он у него там, в жопе покопался, что ли? Он перелинкован с этим. Понятно. Кроволис. Фу. Кроволис. Так, ну надо тогда на край свеститься. Я скалолаз. О. Жирное, иди сюда. Все-таки это змеиный язык такой. Оп. Никого не было. Он говорит, dig with your hands. Don't leave us. Да ладно, ладно, освобожу. Не бзди. Малышок. Finally, I'm free. Так, дай пройти только теперь. Зашуми. А, вон там увидел. О, дружок еще один. Очень долго реагирует на происходящие события.
Кстати, башенка здесь. Ну! Тупорылый-то, а? Иногда такая тупка бывает, непонятно. О, рабы не мы. Вот опять не бьет. Ничего не покидаю, все нормально, я на месте. Я здесь. И раб здесь. Все хорошо. Все здесь. All that pain over a stupid broken shovel. I thought I knew cruelty before these Uru came. Now I really know. Ладно, друзья, на этом серию я закончу. Так, слишком долго, по-моему, получилось. Увидимся в следующей. Спасибо, что смотрели. Всем пока.